В рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы в Славянском районе проводится много спортивных мероприятий. Так, на минувших выходных в 5-й школе прошел ставший уже традиционным конкурс «А ну-ка, парни». Тему продолжат мои коллеги. В ежегодном военно-патриотическом конкурсе «А ну-ка, парни» приняли участие ребята старших классов школы номер 5 города Славянска на Кубани. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил ребят с наступающим праздником – Днем защитника Отечества и пожелал честной и упорной борьбы. Поверьте, ребята, выбирать будут лучших, поэтому вы должны на собственном примере доказать, что именно вы более сильные, более умные, более креативные и приспособленные сегодня в жизни. Спортивный конкурс «А ну-ка, парни» направлен на развитие физических качеств, учит работать в команде, воспитывает у школьников чувство патриотизма, гордости, мужества и любовь к родине, уверена директор 5-й школы Нина Катаева. Патриотическое воспитание – это одна из самых важных сторон воспитательной работы. Поэтому этому мы уделяем очень большое внимание. От того, какие вырастут наши дети, зависит наше будущее. Сегодня у нас большой праздник, сегодня у нас соревнования «А ну-ка, парни» старшеклассников. Они будущие наши воины, поэтому большое значение мы придаем этой именно работе, чтобы наши будущие воины хорошо защищали нас и наши границы. Юноши блестяще проявили себя во всех испытаниях эстафеты. Они поднимали гири, отжимались, занимались разборкой-сборкой автомата. Александр Куневич после школы собирается поступать в военное училище. А участие в спортивном конкурсе «А ну-ка, парни» подготовит его стать настоящим защитником Отечества. Во-первых, это, можно сказать, история. История твоих дедов, твоих прадедов. Мы должны помнить об этом. Во-первых, такие соревнования дают не забывать об этом, развивать свои качества, не только физические, но и умственные. Силу, выносливость, силу характера, силу духа. И стараться совершенствовать себя. Будущие защитники нашего Отечества показали зрителям и болельщикам свою скорость, ловкость, меткость, а также силу командного духа. Ведь защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».